Дракой закончилось заседание Согласительного совета Верховной Рады Украины. Ее зачинщиками стали глава фракции радикальной партии Олег Ляшко и сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко. Ездят по Москве, до сих пор не в тюрьме. Стычка между народными депутатами завязалась после того, как Ляшко обвинил представителей ОПА-блока в том, что они, цитата, ездят в Россию получать инструкции. В ответ на эти слова Бойко поднялся, схватил лидера радикалов за голову и нанес ему удар кулаком. Драку удалось остановить, однако спустя короткое время потасовка возобновилась. После Бойко покинул заседание Согласительного совета.